Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы начинаем программу с основного сегодняшнего события – открытия. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем выпуск с сообщения заседания Кабинета министров СССР. 19 августа он рассмотрел неотложные задачи, вытекающие из заявления советского руководства и решения Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. Кабинет министров СССР поддержал эти решения, направленные на преодоление охватившего страну глубокого политического и экономического кризиса, угрожающего самому существованию советского государства, на восстановление законности и правопорядка, обеспечение нормального функционирования народного хозяйства как важнейшего условия жизнедеятельности общества и стабилизации обстановки. Здравствуйте. Прошел еще один день. Что он принес нам и чем запомнится? Добрый вечер. Good evening. Exactly two hours ago, in a live statement, President Gorbachev gave a statement. 2 hours passed since he resigned his duties as a president of the Soviet Union. Here's the tape. Дорогие соотечественники, dear co-citizens, сограждане, countrymen, в силу сложившейся due to the situation, с образованием Содружества независимых государств, with the formation of the Commonwealth of Independent Governments, свою деятельность, I must end my duty на посту президента СССР, as president of USSR. В эфире заключительный выпуск новостей. Завершил работу пленум ЦК ВЛКСМ, где проходило выдвижение кандидатов в народный... Здравствуйте, в эфире новости. Коротко об основных событиях дня в этом выпуске. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили...
Здравствуйте. Ну, одним из, безусловно, важных событий является выход каталога бесценного Бастильского архива, который хранится... Добрый вечер. В эфире... Я, уважаемые телезрители, абсолютно уверен, что военный переворот, который предприняла верхушка военно-протократическая, не пройдет в нашей стране. Посидеть в сторонке 19 августа 1991 года у журналистов ТВ-2 и мысли не было. Центральные каналы радовали «Союз Лебединым озером», и томская телекомпания оказалась одним из немногих СМИ в стране, которая пыталась рассказать о про... nii-öelda erakorralise seisukorra komitee tegevusele ja kutsus üles Moskva elanike komiteele mitte alluma ja viivitamatuks poliitiliseks streigiks Moskva linnas ja selle ümbruses. Nii ja veel on üks teade, nimelt infoagentuur Luur teatab, et Moskva peapostkontori ees oli... Thank you.
Labas vakaras. Labas vakaras, gerbiamieji žiūrovai. Приходим. Сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Отже, Михайло Сергійович оголосив про відставку з посту президента СРСР у зв'язку з утворенням на місці Союзу РСР Співдружності Незалежних Держав. Ця заява, безперечно, закриває цілу епоху, вирішив перетворити у відкрите світу демократичне суспільство. Тож заява не лише закриває епоху в історії, а й відкриває нову. Будемо сподіватися світлішу. Немало противоречивих, поверхностних і суб'єктивних суждень. Судячи з сьогоднішньої заяви, Горбачов так нічого і не зрозумів. Він шкодує за тим, що йому не вдалося зберегти Союз. І все ж таки він зробив дуже і дуже багато. Якби позавчора я або хтось із моїх... Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Переходящие красные... Гамарджобат, патив цим лутелем агуреблебо. Гамарджобат. Բարձր մակարդակն էր համարվում։
Բարի երեկոմ, առաջիկա օրերին Հանրապետությունում սպասվում է իրադարձություն, որի կարևորության մասին բազմիցս խոսվել է. Армысыздар ағайын, эфирде таң жаңалықтар республикасы жоғары.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Nachrichten des Tages im Überblick. Beschluss. SED-Parteikonferenz Mitte Dezember. Reisen. Neue Regelungen des Ministers. Das Zentralkomitee der SED hat heute auf seiner 10. Tagung beschlossen, die 4. Parteikonferenz vom 15. bis 17. Dezember in Berlin durchzuführen. Sie hat das Ziel, die aktuelle Lage in der Partei und im Lande einzuschätzen, die Aufgaben zur weiteren. Guten Abend, meine Damen und Herren, unsere Themen heute. Gratulacje dla Tadeusza Mazowieckiego, depesza. Dobry wieczór. Senat postanowił na swoim ostatnim posiedzeniu. Wiadomości Małgorzata Szelewicka. Witam Państwa. Tadeusz Mazowiecki, specjalny wysłannik ONZ do zbadania przypadków łamania praw człowieka. Dzień dobry. Jest czwartek, 17. Thank you.
Přeji vám dobrý večer. V podvečer vysílala sovětská televize poslední projev prezidenta Sovětského svazu. Poslední proto, že Sovětský svaz přestává existovat a Michail Gorbačov přestal být jeho prezidentem. Nyní vysíláme projev v celém znění. Vážení krajané. Dúfame, že ste strávili príjemný víkend. Jó estét kívánok! Mihail Gorbacsov újra szabad, és várhatóan még ma visszatér Moszkvába. A világra szóló hírt Jelcin orosz elnök egyik legközvetlenebb munkatársa közölte, hozzáfűzve, semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy Gorbacsovat visszahelyezik államfői tisztségébe.
各位观众，这次新闻联播节目的主要内容有：戒严部队指挥部发言人称，戒严部队平息反革命暴乱，进驻天安门广场。戒严部队指挥部发言人发表谈话。下面请看详细内容。 新华社报道，戒严部队指挥部消息。